Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Где-то месяц или полтора назад я получил вот такой ручной аккумуляторный триммер для стрижки травы и кустов. Травы уже полно, можно проверить. Стрижет отлично, как машинка в парикмахерской. Ну, здесь, конечно, можно все пройти газонокосилкой, а этим агрегатом работать в труднодоступных местах. Вот, например, возле таких различных заборчиков, где газонокосилка мне не подходит, а стричь травку надо. Отрежет обалденно. Отлично. Справляется со своей работой. В таких местах, конечно, можно и весь газон подключить, но это будет слишком долго. А здесь лучше пройти газонокосилкой. А в таких местах, где газонокосилка не подойдет, очень даже хорошо получится. А таких мест у меня полным-полно, навалом. Даже вот деревца срубает, выросла тут слива. Конечно, лучше не делать так, а то ножи можно затупить. Ну, короче, работает нормально. Вот такие места возле деревьев. Тоже газонокосилка не подходит нифига. А косить надо. Вот здесь уже подойдет. Прошелся. Можно, конечно, сначала газонокосилка, а потом уже там, где газонокосилка не взяла, подобрать этим триммером. Вот здесь в углу у меня вечная проблема. Всегда остается трава нескошенная. Даже крапива растет. А теперь все без проблем. Не знаю, как дальше будет. Но я думаю, ножи можно будет подточить. А так работает отлично. Я буду косить газонокосилкой, а жена уже пройдет там, где я не смог скосить. Мне даже нравится. Как будто бы стрижешь. Вот так вот. Подстригает траву. Ну а кусты еще не обросли. Как обрастут, тогда можно будет уже формировать. Сейчас еще ничего не сформируешь. Но сейчас попробую, как будет резать этот кусторез. Вот поменял насадочку. Включаю вот таким вот образом. Нажимаем сначала эту кнопку. Так уже не включишь, не нажав ее. И отпускаем. А это на веревочке. Предохранитель, так сказать. Чтобы нельзя было включить. Без него уже не включишь. Мало ли. Ребенок подошел, включил. Защита от несанкционированного включения. Ну, давайте сейчас попробуем. О, режет. Надо ждать, правда, когда обрастет. Так можно формировать. Вот таким вот макаром. Конечно, сейчас жена ругаться будет, увидеть, что я сделал. Куст еще не оброс, но режет нормально. Как вы видите. Ладно, пусть подрастет деревце. И тогда сформируем что-нибудь. Ладно, друзья, ссылочку на этот агрегат я оставлю в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго, до свидания, удачи вам.